Итак, приветствую, друзья, всем огромнейший привет, и сегодня будет у нас без музыкального сопровождения, хотя сегодня 31 у нас декабря, и сегодня в Сочи плюс 7,5 градусов, но, блин, не знаю, я все, знаете, думал сегодня в костюме Деда Мороза, нашел костюм, купил, точнее, костюм. Потом думаю, что-нибудь такое, может быть, танец какой-нибудь сплясать. Думаю, ну, сегодня 31, ну, реально должны же праздновать все. Ну, может, еще что-нибудь там, может быть, там какие-то веселые песенки там. Ну, думаю, что-то думаю, такое интересное надо сделать. Ну, реально, вот серьезно говорю. Думаю, надо что-то такое сделать. Ну, блин, у нас постоянно на Новый год происходит какая-то попа. То у нас в 2016 году у нас самолет с военным оркестром потерпел крушение в Сочи, то еще что-нибудь. Но в этом году у нас за почти 2 года специальной военной операции, которая идет, вчера, конечно, было просто такое, не знаю, там, конечно, по-разному. Я сначала первый раз в жизни посмотрел телевизор. Ну, как бы не просто посмотрел новости. Так получилось, что посмотрел новости. Знаете, смотрел вчера фильм, пришел домой, «Кавказская пленница». И вот после «Кавказской пленницы» начались новости. Вот посмотрел, и ну, реально страшно. Белгород у нас, получается, в самый центр Белгорода. Вчера прилетели кассетные боеприпасы. А на секундочку, 3 ребенка погибло. Всего у нас уже 23 человека погибло. И это, наверное, самые большие потери мирного населения за все время специальной военной операции. Поэтому, думаю, не до песенок, если честно, и не до чего другого. Не знаю, может, я старый становлюсь. Ну, как-то, знаете, как-то даже это, как-то тяжело на душе, как-то не очень хорошо. Не вру ничего, просто как-то, ну, как бы посмотрел, как-то непонятно, что стало. Понимаю прекрасно, что там всевозможные, там, посмотрел, там, ответочки полетели, там, знаете, такие ответочки, там, начали, там, ну, и при этом говорит, наша ответочка только по военным базам, у нас эта ответочка по, так, ну, не летит, да. А здесь, в итоге, непонятно, чего ждать. Ну, факт остается фактом. У меня очень много подписчиков с Белгорода, я знаю, и ко мне даже как-то приезжало. Даже одна женщина, если не ошибаюсь, она учительница, я помогал ей размещаться, она останавливалась на Мамайке, не помню ее имя, но факт остается фактом, как бы у меня этот город на слуху, поэтому, конечно же, всем соболезнования, и хоть и нас и не объявляли траур, хотя я думаю, что по логике должны были объявить траур, или поэтому просто умалчивают, в общем, сегодня без песенок, сегодня без такого вот веселья. Еще раз повторюсь, хочу, чтобы быстрее все закончилось, я вам серьезно говорю. Ну, мирные жители просто так берут и гибнут, это же ненормально. Дети, 3 детей погибло. Там такие, как бы, посмотрел, там, ладно, везде у нас видеокамеры такие, ну, такое все нешуточное, понимаете, там просто кирдык и армагедык. Ладно, давайте вернемся к городу Сочи. Вот здесь, кстати, сделали, да, вот такой вот, да, чтобы не парковали, чтобы страх. Ну, хотя говорили, что, по идее, должна была быть зеленая зона. Не знаю, почему они не стали делать зеленую зону, не знаю почему. Ну, должны были сделать зеленую зону. Кстати, вчера вот здесь вот прогуливался, я вчера своей жене искал подарок. Ну, а почему нет, думаю, ну, как бы подарок же надо купить, да? Думаю, раз вот жена стала, то можете и на подарках экономить. В общем, вчера пришел себе подарок покупать. Весело. И какие-то музыкальные композиции играет. И ярмарка новогодняя вот здесь есть. Ну, тут действительно очень круто, вот я вам серьезно говорю. Прям, знаете, прям зачетно. Вот как бы вот это место, наверное, самое крутое, где стоит погулять. Вчера мой друг Алексей поехал таксовать, поехал на Красную Поляну в надежде на то, что там будет какой-то большой движ и так далее. А в итоге приехал туда, говорит, Макс, а там никакого движа нет. Кое-как сорвался до Сочи, и в Адлере тоже никакого движения не было. Все движение вчера было в Сочи. Поэтому, конечно же, это еще раз подтверждает то, что хочется, если, например, отдыхать, да, ты можешь приехать в центр Сочи,
ты можешь поехать на Красную Поляну кататься на лыжах, а так там делать нечего, там скучно, там грустно, а ты, братан, русский, тебе это важно, остальное. Вот как бы так. Поэтому Лёха, говорит, просто бестолково, говорит, съездил на Красную Поляну, говорит, никакого движа как такового там нет, говорит. Хотя здесь вчера столько народу было, здесь нереально было даже пройти, и вот здесь весь движ. Поэтому, ребята, если вдруг вы собрались приехать в Сочи, в том числе кататься на лыжах, я рекомендую вам останавливаться в центре Сочи, потому что если вы остановитесь на Красной Поляне, ну, будет скучновато. Ну, я говорю, как есть. Даже вот мы 2 дня провели на Красной Поляне, вроде сходили в казино, вроде бы там сходили, прогулялись, и все. И уже у всех была мысль, если хочется там дальше тусить, уже собирались брать такси и ехать в Мандарин. Потому что, ну, реально скучно. Поэтому мой совет вам, ну, такой вот, вы, когда приезжаете, берите в Сочи. В Сочи, тем более, вы остановитесь дешевле, чем на Красной Поляне. В Сочи вы на Красную Поляну съездили, отдохнули, а потом здесь. Потому что там будет вам скучно. Ладно, давайте дальше. Да, кстати, знаете, что вчера прошел парад Дедушка Морозов? А знаете, на чем они были? 400 байкеров, 400, понимаете? Они ехали на этих мотоциклах, там, в костюме Деда Мороза, Снегурочка, там, девочки были, все. Ну, слушайте, ну, прикольно получилось. Ну, я серьезно говорю. Да, в этом отношении байкеры, конечно, молодцы. Для меня раньше казалось, что байкеры – это какие-то сборище коматозных бомжей, которые там, не знаю, там, ведут какой-то непонятный образ жизни, там, еще. А потом посмотрел, сколько стоят мотоциклы и так далее. Я могу сказать, что байкерам простой коматозный бомж не ставит. Да, они некоторые похожи на бомжей, да, там вот эти волосы там засаленные, еще что-нибудь. Но это образ жизни. На самом деле стать байкером, это у байкеров целая философия, говорит. И знаете, у меня, говорит, есть клиент байкер, и он говорит: Макс, говорит, ты, говорит, берешь и судишь, говорит, о всех мотоциклистах по придуркам, которые передвигаются на мопедах, или там по пацанятам, которые там передвигаются там на псевдо китайских спорткарах, говорит, ты судишь о всех. На самом деле у байкеров своя философия, на самом деле у байкеров свой образ жизни, и на самом деле, ну, байкеры — это байкеры, это вот байкеры, это тут прям реально байкеры. И это, говорит, это философия, ты понимаешь, говорит, это другое поколение, там в основном, говорит, все, говорит, уже в возрасте, все, им нечего кому-то доказывать, они все уже добились, и это просто такое мужское такое интересное хобби, как на рыбалку, как еще что-нибудь. Ну, понимаешь, говорит? Я говорю, ну, понимаю. Вот как бы так. Поэтому вот такое мероприятие прошло. Да, кстати, когда я по утрам бегаю, нас тоже, я замечал, у нас, вот, например, 80%, вот если взять 100% курящих, 80% курящих — это у нас девушки, и 20% курящих — это у нас мужики. Даже вчера гулял, когда, да, по Навагинской, да, пока там Надя искал своей жене подарок. Кстати, нашел подарок, купил, и, соответственно, тоже заметил, что у нас почему-то тренд сейчас курить непосредственно у девочек. Ну, не знаю, может, они считают, что это как бы, может, так худеет, там, не знаю, может, еще что-нибудь. Но факт остается фактом. Факт остается фактом. Не знаю. Но я могу сказать, что вот в моем окружении, вот, с кем я общаюсь, ну, курить нифига это не модно. Вот серьезно. А хоккейный клуб Сочи, кстати, вчера взял и профукал. Он, короче, проиграл у нас Динамо. МН, я не знаю, что это Динамо МН. Ну, короче, с таким счетом, как бы, ну, факт, что проиграл. Ну, вроде начали хорошо, а потом взяли и просели. Ну, бывает такое. Куда деваться? В Сочи открылся музей архитектуры. Тоже можно его посетить. В Сочи прошел финал городского фестиваля «Народный Дед Мороз». Тоже очень много Дед Морозов, да. Конечно, как бы, когда ты вот попадаешь вот в Сочи, да, думаешь, блин, ну какой, извините за выражение, в жопу праздник Новый год с Дед Морозом, со Снегурочкой. Вон, блин, снеговик бы здесь растаял, правильно же? Правильно. Все зелено, все красиво, все чисто, все убрано. Ну какой здесь может быть праздник? Ну, серьезно же, правильно же? Согласны же со мной? Ну, в общем, как бы так. Да, кстати, видите, благодаря тому, что парковки стали платные, теперь хотя бы можно поставить автомобиль. Помните, мы раньше здесь проезжали? Да, здесь машину не поставишь. Ну, реально, машину не поставишь. А сейчас хотя бы можно подъехать и взять там 100 рублей в час, припарковаться.
Я вообще считаю, что в этом году вот надо побольше сделать эвакуаторов, наверное, штук 20 еще докупить эвакуаторов. И будет прям совсем хорошо, прекрасно и замечательно. Потому что надо, ну, как бы пока большой минус Сочи – это беспорядки на дорогах, понимаете? Надо это все эвакуировать, все это делать. Я думаю, тогда будет какой-то порядок, понимаете? Вы скажете, а будет, а как же ночью? А ночью, кстати, если вы понимаете, с 8 вечера до 8 утра вот в этих всех местах парковка бесплатная, понимаете? Бесплатная. А в субботу и воскресенье парковка тоже бесплатная. Только в рабочие дни сделали платную для того, чтобы можно было хоть где-то что-то поставить. Ну, это как бы так, ребят. Поэтому, конечно, и этот, при Пахомове было все это лучше. У него эвакуация руководила жена. И там, конечно, эвакуировали жестко. Там не успел поставить уже эвакуацию. А так, я считаю, что порядок нужно на дорогах наводить. Еще раз могу сказать. Ну, например, я вчера, да, например, я на машине, да, но я вчера на Навагинскую приезжал на такси, я вам серьезно говорю, потому что я понимал прекрасно, что мне проще было потратить на такси 250 рублей, я доехал, то, что нужно, взял, уехал обратно за 250 рублей, и все, чем я буду, искал бы там себе парковку, непонятно, что там какое-то было телодвижение, потому что сейчас же было у нас, вчера же у нас была пятница, нет, вчера была суббота, да, вчера была суббота, потому что бесплатно, или, например, вот он, да, как бы вот здесь тоже вот видно, да, непонятная разметка и так далее. Поэтому, ребят, вот такая штука и с Бузулуком. В горах Сочи заблудились люди. Что известно на текущий момент? Ну, что известно на текущий момент, люди? Нашли, я не понимаю, зачем в горы идти, там снега, там, не знаю, там, больше, чем по пояс. Провалишься, никто тебя не найдет. Но все равно, как бы люди романтики. Туда пошли, непонятно кто, непонятно как. Значит так, на Новый год этого не будем. Значит так, синоптики рассказали о том, какая погода жителей ждет 31-го. Да вот, что ждать? Вот мы, вот вы включили Максима Коломейца, вы посмотрели. Погода секси. Погода просто огонище. Посмотрите, да, везде сделали хорошую новую тротуарную плитку. Лишнюю плитку вроде либо убирают, либо все равно доделают по горячим следам. Осталось чуть-чуть, там немножко, чуть-чуть осталось. Да, это. И вот я, как и ожидал, до Нового года хотели открыть. Наверное, самое крутое, если кто-то думает, что, наверное, это Навагинская. Нет, ребят, вы ошибаетесь. Самое крутое место для того, чтобы можно было погулять непосредственно. Вот здесь, ребят. Вот это реально самое крутое место. И оно открылось. Его успели доделать. Это место, там, где все красиво подсвечивается, все классно. Везде хорошая плитка. Это сквер художника, это все по краям олени и так далее. Долго здесь все делали, да, все лето получается. И наконец-то 30 числа вчера было открытие. Вот я, наверное, сегодня сюда со своей женой, наверное, дойду и прогуляюсь. А может, без жены. Может, какую-нибудь любовницу возьму и с любовницей прогуляюсь. А не, лучше две любовницы. Нафига мне одна любовница? Вдруг у одной будет голова болеть или еще что-нибудь. Вообще, напишите в комментариях. Обычно гуляют в таких местах с женами или с любовницами. А то надо, знаете, надо всем время уделять. Ну, так. Ну, сейчас начнут писать там, кукарекать там. Вот, а как так? Да я шучу. У меня есть жена, я женился же в возрасте не 20 лет, а в возрасте 42 года. Я осмысленным. Поэтому меня не заманишь всевозможными, не знаю, там, голыми Киркоровыми, голыми Лолитами с вечеринок. Меня не заманишь. Да, кстати, вы знаете, что еще даже хайп не утих, да, с этой голой вечеринки у Ивлеевой. А уже, ну, уже Киркоров уже похвастался, сказал, вы, говорит, конченые, сука, нищеброды, говорит, твари, говорит. У меня, говорит, елка за 1 000 000 рублей. Ну, не знаю. Но мне кажется, после всего того, что произошло, хвастаться елкой за 1 000 000 рублей, ну, я считаю, что это, мягко говоря, неэтично и нехорошо. Ну, серьезно. Ну, хвастаться елкой за 1 000 000 рублей. Тут многие Новый год встречают, последний хер без соли доедает. Понимаете? И здесь вот такая штука с Бузулуком. В Сочи и Дубае будут связаны прямыми авиарейсами. Вот я не знаю, откуда эта новость. С прошлого года, что ли?
Да и так, в Дубай прямые авиарейсы. Вон у меня помощница взяла позавчера, вчера в 8 утра, и улетела подружке в Дубай. В Дубайскую Народную Республику. И она полетела отдыхать, понимаете? Поэтому на все сейчас это все я отвечаю, все, я один бедненький. Она меня бросила. Бросила, моя помощница улетела. Вот как бы так. Да, кстати, хотите скажу, сколько помощница заработала за год? Хотите? Ну, прямо рассказать? Не буду рассказывать. А то вас сейчас у половины будет бомбить жестко. Ну, сколько она заработала, просто половина, просто из вас сейчас, не знаю, такая, нифига себе, я работаю директором, а тут помощница у Максима, да, как бы она берет и зарабатывает больше, чем там, не знаю, чем я. Вот так вот, ребят, вот так вот. Премии, это подарки, все остальное. 1,8. Вот и все. А помните, я искал себе помощницу, и никто не шел, да? Говорит, нет, не пойдем. Вот теперь вот берите локти свои, кусайте. Потому что, я говорю, у нас просто бредятина. Вчера сказал, ребят, ну давайте я дам 50 тысяч тому, кто мне вот даст информацию на Горный 1, остров мечты. Квартира не нужна либо 78, либо 87 квадратных метров. И понеслось. Пару человек мне начали присылать. Квартира 50 квадратных метров в острове мечты. Ребята, я и так знаю квартиры, которые есть в острове мечты, 50 квадратных метров. Я же сказал, либо 78, либо 87. По цене, что было, либо по рынку, либо ниже рынка. А не с завышенными ценниками, как некоторые там ставят. Да, вот как бы. То же самое Нагорная один. Все, понимаете? Я так понял, что у нас, наверное, все-таки статистика, когда выходит там мальчики с микрофона, говорят, как вы Новый год встречаете? Тебе говорят, ну никак, гречка, говорит. А говорит, а что, говорит, будет, говорит, кроме гречки? Ну что, картошка будет. А что еще будет без картошки? Ну как, доширак еще будет. Ну все. А тут раз предлагаю 50 тысяч, думаю, ну как просто за информацию 50 тысяч. И все. Никто вчера 50 тысяч не забрал. Никто. Я сегодня опять спускаюсь к консьержке. Говорю, ну что, говорю, есть информация? Ой, говорит, что-то даже времени не было. Я говорю, ну понятно. Ну кому нужно 50 тысяч, правильно же? Да никому не нужно. 50 тысяч это по сегодняшним меркам это капля в море. На 50 тысяч ты ничего даже не возьмешь. Хотя вчера хотел купить племянникам на Соньку PlayStation. И на Новагинской она продавалась за 52 тысячи. Подписка какая-то стоит еще 18 тысяч. Ну, 52 тысячи можно купить плойку. Но я потом посмотрел, думаю, я знаю своих племянников, они возьмут, просто погрузятся в этот игровой манер и, ну, забросят и танцы, и все остальное. В общем, не стал я покупать, хотя вот был соблазн прям сделать племянникам подарок, подарить им Sony PlayStation. Ну, не знаю. Как бы до последнего вчера мялся. Потом, думаю, лучше с дедом посоветуюсь, потому что, ну, с моим папой. Потому что, ну, это может быть не то. Правильно же? Правильно. Ладно. Переходим потихонечку дальше. Шашлычного вора задержали оперативники Адлера. Ранее судимый 37-летний местный житель похитил из кафе 15 килограмм мяса, предназначавшегося для гостей. Ну, бывает такое, видите, уже еду воруют. Вы понимаете, ребят, значит, не все так хорошо в нашем окружающем мире. Еду воруют, но люди не готовы за 50 тысяч ничего сделать в этой жизни, понимаете? Я уже раньше на Новый год делал потом розыгрыши подарки или еще что-нибудь. А теперь я уже думаю, хрен там плавал. Теперь будем делать совсем по-другому все, ну серьезно говорю. Просто так теперь мы не будем, да, хотите? Все, я теперь я решил дальше помогать спонсировать, да, школу бокса и так далее. Все. Теперь за подарки, ну не просто будут подарки им дарить, а все, берем, делаем мини-турнир, кто взял, занял первое место, да, тому снаряжение досталось, вот так вот, надо биться за каждый кусочек хлебушка и так далее. То же самое, например, с детишками, которые с липами, там, сделаем какую-то там викторину, кто выиграл, тот и получил от меня. Да, не все там как бы просто получают, и все. А то я посмотрел, в прошлом году у меня как бы на благотворительность, да, сколько уж, ну, не в прошлом году, в этом году еще, да, он уже не ушел же, завтра же уйдет. В этом году
Я просто вчера снимал сюжет видео, но удалю, потому что там много ненужной информации, которую вы не должны знать. Тем более у нас там по некоторым моментам нельзя высказываться. Ну, и поэтому пришлось видеоролик удалить. Если в сухом остатке, скажу так. Этот год у меня получился продуктивнее, чем прошлый год. В этом году у меня было 66 сделок. В прошлом году, в 2022 году, было всего лишь 40 сделок. Соответственно, в этом году, соответственно, я заработал на 20% больше, чем в прошлом году, даже учитывая то, что в этом году я работал уже непосредственно в белую. В белую, да, и у меня ИП зарегистрировано было, и то, и все, и так далее. Но сразу скажу, что я в этом году как бы побил свой личный рекорд. Я как бы больше именно по количеству сделок я не дотянул, а вот именно по заработку я побил свой личный рекорд по валу. Но при этом как бы меня в этом году уделала девочка с элитного Сочи. Она единственный человек, который меня смог уделать, как бы и уделала, притом меня в два раза. Ну, как бы даже в два и в два раза. Все. Ну, вот как бы так вот. Теперь следующий момент. В этом году тоже была у нас благотворительность. Я вот здесь у нас есть детишки слепые в Заречном районе. Помогал он там, проводили мы первые января в прошлом году. В этом году только на Новый год я им деньги не давал. Ну, что-то они не спрашивали, если честно. Или я про них забыл. В этом году на Новый год ничего не делал, честно скажу, врать не буду. Но я имею в виду вот на этот год, который 2024. А так там и на День защиты детей, и на 8 марта, и на 23 февраля. В общем, нормально все было. Там в общей сложности ушло примерно 300 тысяч рублей. Соответственно, 100 тысяч рублей ушло на соревнования по рукопашному бою, которые проходили в Орске 23 февраля, День защитника Отечества, тоже являлся я спонсором. Соответственно, помимо всего, 500 тысяч ушло на, получается, я ребятам отправлял в прошлом году в феврале на фронт, специальная военная операция, поддержать ребят с фронта через фонд Лебедева. Лебедев такой боксер, который у нас побил когда-то Рой Джонс-младшего. В общем, отправлял деньги. Меня там еще даже за это блокировали. Потом все-таки объяснял, что и как. Наверное, не я один как бы отправляю туда деньги. Ну, в общем, отправлял я деньги поддержать. Кто-то скажет, что там спонсор там войны. Кто-то скажет, что там ты там тот и такой, и сякой, и так далее. Ну, не знаю, когда вот этот период был в феврале месяце, когда я понимал, что у нас какая-то задница происходит, у нас каждый день мы лишаемся там то корабли, то еще что-нибудь и тому подобное. Ну, я не знаю, как-то вот, не знаю, ну, решил поддержать. Ну, поддержать там не словом, там, да, давайте. Ну, решил поддержать, да. Ну, была у вас возможность, 500 тысяч я отправил. Вот как бы так. Хотя папа не поддерживает это, мама поддерживает, бабушка поддерживает. Бабушка сказала, что я молодец. Здесь я тоже понимаю, что будет два лагеря. И кто-то скажет, ты там, не знаю, там, являешься там, не знаю, там, как бы спонсором братоубийственной войны. Кто-то скажет, ну, молодец, что поддержал, как бы так. Потому что, ну, даже, я скажу так, даже меня бабушка поддержала, даже бабушка там не такая богатая, и все, она 10 тысяч отсылала. Вот, как бы так. Все равно хочется, чтобы мы вышли с этой непонятной специальной военной операции, были победителями, чтобы, наконец, она на следующий год уже закончилась. Хотя Путин сказал китайскому президенту, сказал, что специальная военная операция еще будет идти 5 лет. Поэтому вы, пожалуйста, с нами не ругайтесь и будьте на правильной стороне. Вот как бы так. Ну, а что у нас? А у нас вот ответочка по Белгороду пришла, не знаю. Плохо все это, плохо. Поэтому и хочется, чтобы быстрее все закончилось. Потому что, ну, не знаю, там, как-то, ну, не, вот, как-то вот, Новый год как бы не Новый год. Из этого новогоднего настроения нет. Да, кстати, на Ютубе у меня за прошлый год прибавилось 8 тысяч подписчиков. Был у меня рекорд 5,5 миллионов просмотров за год, набрали видеоролики. Соответственно, развивали мы ВКонтакте и все остальное. Да, кстати, ребят, теперь два раза в неделю я буду в прямом эфире отвечать на ваши вопросы.
серьезно. Прям просто любой вопрос, который вы задаете, я отвечаю. Любой вопрос. Условия те же самые. Получили ответ на свой вопрос. Прожали просто жирнейший лайк и так далее. Но есть один момент. Так как сейчас прямые эфиры на Ютубе, все через одно место, все через задницу. Прямые эфиры, где вы можете задавать мне вопросы, я могу сразу давать вам ответы. Будет два раза в неделю, это еще анонсирую. Но это все будет у нас ВКонтакте. ВКонтакте через ВК Плей. ВКонтакте там все гораздо удобнее, гораздо интереснее. Опять же, ВКонтакте есть такая штука, как ты можешь демонстрировать экран. К примеру, я могу вам, например, рассказывать про жилой комплекс и сразу вам еще его и показывать. Это реально очень круто, потому что у меня через ABS Studio, у меня там все через одно место шло. И вот на Ютубе в этом отношении очень тяжело почему-то в последнее время. Поэтому нашел вариант. Поэтому, если кто-то не подписан в ВК, подписывайтесь. И два раза в неделю я буду по полтора часа в прямом эфире отвечать на все ваши вопросы. Соответственно, эта запись будет сохраняться только на ВК. И самое главное, говорю, я вчера разбирался с ВК, там есть возможность демонстрировать экран. Это реально очень круто. Я говорю, например, рассказываю, например, про Гранд Парк. Сразу могу вам показать и планировки, сразу могу показать, и какие там цены есть, и какие предложения есть, и все. Или, например, там те же самые, там, Альпийский квартал, там, или еще что-нибудь. Ну, это действительно очень круто. Очень круто, очень классно. Поэтому в ВК подписывайтесь, если вдруг кому-то интересны такие наши душевные посиделки. Тем более, вы знаете, что прямые эфиры проходят очень хорошо, душевненько, ну, не знаю. Да, и вот ВКонтакте, что хорошо, там меньше вот этот банят за музыку и тому подобное, там можно и музыку ставить, и все, что угодно можно ставить, и все в этом отношении, все хорошо, прекрасно и замечательно. А теперь следующее у нас. Ну, опять же, да, очень много незаконных у нас продавцов этих петард. Опять же, эти взрывы постоянно. Вчера возле острова Мечты стояли. Вчера ехал за другом с Сергея Поля. На Сергея Поля тоже они стояли. Там откроют багажник, там и продают. Само собой, продавцы в основном на говноавтомобилях. И, само собой, я не буду говорить, ну, кто является продавцами, да. Что и как. Не буду на это делать акцент. Ночной клуб в Сочи провели полицейские. Ну, короче, знаете, есть у нас гей-клуб. И полицейские, знаете, вот не то, чтобы пойти в стриптиз-клуб, правильно? Куда у нас пошли полицейские? Вот как вы думаете? Правильно. Гей, ну, как бы полицейские пошли в гей-клуб, который называется «Маяк». Еще и ОМОНовцев туда взяли. Ну, ребят, полицейские, ОМОНовцы, да лучше вы в стриптиз-клуб сходили бы. Ну, вы что, говорю? Ну нафига вы поперлись в гей-клуб? И так там, не знаю, там всякие разные разговорчики ходят. И вы еще берете, там коллективно там взяли и пошли. Я лично считаю, что гей-клуб — это самое лучшее место в городе Сочи. Я сейчас не стебусь. Я вам серьезно говорю. Вот, например, вот почему, вот, например, если, например, ко мне дочка приезжает, почему я не против, чтобы она пошла в гей-клуб? Потому что она, я знаю, что она пойдет в гей-клуб, там, соответственно, из мужиков одни геи, да, как бы, ну, гей, кто такой гей, знаете, да, которые, мальчики любят мальчиков, ну, как бы так, им девочки по барабану. Я знаю, что там, например, дочка сходит, и она будет в полной безопасности, понимаете, вот она будет в полной безопасности. И это действительно круто, понимаете, она вот будет в полной безопасности, все будет хорошо, прекрасно и замечательно. А вот, например, в такой клуб, если кто-нибудь пойдет, там в Атлас или еще что-нибудь, там, блин, можно, там непонятно что, там вот эти вот «Ара! Аса!» Ну, знаете, у нас вот сейчас модно же, да, вот стало. У нас лезгинку, кстати, танцуют на мемориале, знаете, нет? Вот, у нас потанцевали на мемориале. Ну, не у нас, конечно, здесь недалеко, там 600 километров. Хоп, это потанцевали на мемориале, во, нормально, все хорошо. Поэтому был выявлен ряд нарушений, и решается вопрос о закрытии данного заведения. Ну, еще раз повторюсь, для меня, вот, например, вот как для отца девочки, вот для меня, например, это гей-клуб, как бы, ну, самый безопасный ночной клуб, который я могу отпустить свою дочь, чтобы я понимал, что они там не приставали, там, не дай бог, там что-то не случилось, и все. Потому что там мальчики пристают к мальчикам. Потом мальчики все бородатые, да-да-да, тоже пристают к бородатым мальчикам. Ну, кстати, вчера тоже у нас очень много было съемок, особенно на Донской, где у нас на Nissan с рулем в бардачке повесили знак инвалида, и через две сплошные линии просто, как бы не хотел стоять в пробке, просто ехал по встречке. Ему было по барабану. Ну, вот как бы так.
Ну и, конечно, там в комментариях, там, говорит, ну, может, инвалид, на всю голову, может, еще что-нибудь и так далее. Вчера, кстати, у нас еще опрокинулся кроссовер по дороге в Сочи. Может быть, заснул, может, еще что-нибудь. И, кстати, знаете, вот еще что. Вот вы тоже говорите, что в Сочи там живут одни конченые нищеброды и так далее. В Сочи мужчина обчистил собутыльника на 500 000 рублей. Во время распития спиртного ранее судимый 23-летний сочинец незаметно взял у своего знакомого банковскую карту и в ближайшем банкомате снял себе 500 тысяч рублей. Вот так вот. У кого из вас сейчас на карте есть 500 тысяч рублей? А? Да ни у кого. А у сочинцев, получается, то у бабушки там 1 000 000 украли, то еще что-то, понимаете? Вот так вот. Поэтому в Сочи кто живет нормально, даже говорю, вот просто элементарно, вот у меня помощница, да? Помощница. Раз, и все, я посмотрел, все. Она Новый год встречает в Дубае. Она в этом году побывала на Бали и так далее. Ну, молодец. Ну, что еще сказать, молодец. Всем вокруг армагеддец. Вот как бы так. Ладно, ребят. Конечно, понимаю, что как бы настроения предновогоднего особо нет, потому что, я думаю, многие такие же впечатлительные, как и я. Ну, говорю, ну, неприятно было смотреть все эти кадры из Белгорода, такое ощущение, как будто, не знаю, как будто ты живешь в какой-то параллельной реальности. А ты же вот он, рядом. Поэтому грустно как-то, печально. Надеюсь, сегодня будет у нас тихое, мирное небо. Все смогут спокойно праздновать, спокойно смогут отмечать. Поэтому вам, ребят, всем желаю встретить прекрасно Новый год. Есть, где уже Новый год уже наступает. Поэтому, конечно, с Дальний Восток вас всех уже, наверное, уже скоро уже, ну, наверное, может быть, в первую очередь поздравлять, да, с тем самым наступающим праздником. Ну и все. Ну и как вот, знаете, сейчас смотрел демо-ролик по поводу России, да, там у нас Россия, 11 часовых поясов, у нас Россия, самое большое количество лесов, мы легкие планеты, там, потом посмотрели, там, у нас там газ, там, вот это вот все, думаю, уже какая-то гордость, да, вроде бы все есть, да, а при этом достойной зарплаты у учителей нет. А достойной зарплаты у полицейских нет. Потому что 70 тысяч, ну, это не зарплата, это дичь какая-то. На 70 тысяч ты вряд ли проживешь. А пенсия 15 тысяч, это просто непонятно. Вот как-то вот все расписали. У нас и то, и все, и газ, и это, и площадь там у нас, и то, и все. Там это. А в итоге раз, получается, пенсионеры живут на грани выживания. В учителя никто толком не идет, потому что понимает, что, например, вот я, например, да, у меня есть образование учителя, я не пойду, потому что, ну, как бы я не смогу прожить на, например, даже если буду зарабатывать учителем 80 тысяч, даже если буду 100 тысяч там с подработками, все, потому что 100 тысяч я смогу в педагогике заработать. Я, например, на 100 тысяч не смогу прожить. Как бы, я считаю, что в Сочи, ну, чтобы учителем работать надо, ну, чтобы даже зарплата была минимум 300 тысяч. Потому что на 30 тысяч еще в Сочи более-менее как бы можно прожить. А вот на там 70 тысяч, которые учитель зарплата, ты не проживешь. Непонятно. Вроде сейчас посмотрел видеоролик такой, да, вот, не знаю, там, вот вроде такой, да, вот, прям думаю, какая-то даже гордость, думаю, нифига себе, думаю, какие мы крутые. А потом, хоп, приедешь к родителям в гости, посмотришь, какая у них пенсия. Думаешь, о, оказывается, не так уж все и круто. Посмотришь, что там, ну, вон, в школах там учителей не хватает, там потом, потому что никто в школу особо не идет. И тоже понимаешь, что нифига не круто. Вот как бы так. Поэтому, ребят, вас с наступающим Новым годом. Желаю, чтобы у вас на Новый год все было круто, прекрасно и замечательно. Пока.